ребят, всем большой привет, добро пожаловать на канал Аринка Мискит. Меня зовут Ирина, большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня у меня будет обзор покупок, которые я совершала за последнее время. И если вам интересно узнать, что же я купила, тогда, конечно же, оставайтесь со мной, усаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто подписался на меня за последний месяц. К сожалению, в течение месяца я не снимала видео, и это было в связи с тем, что я себя неважно чувствовала, и, конечно же, если вам интересно, я сниму видео, именно причину, почему я целый месяц отсутствовала на своем канале, но надеюсь то, что все будет отлично, все будет хорошо, и я постараюсь регулярно для вас делать обзоры и делиться с вами своим мнением. Ну что, погнали смотреть, что же я себе купила за последнее время. Сразу же скажу, что здесь все именно выходит за телом. И это, наверное, будет интересно тем девочкам, кто постоянно борется за красивую фигуру. За красивую фигуру, кто борется с целлюлитом, кто хочет похудеть, и тот, или даже для тех, кто просто хочет всегда хорошо выглядеть и старается ухаживать за собой. Начну с того, что у меня здесь абсолютно практически новиночки, за исключением двух продуктов. Давайте начнем, наверное, с того продукта, с тех продуктов, которыми я уже попользовалась, и постепенно перейдем к тем, которые я еще не успела попробовать. Первый продукт, который я хочу вам сегодня показать, это масло антицеллюлитное от бренда Natura Siberica. Оно идет с разогревающим эффектом, с витамином С. Здесь идет на основе масел красного можжевельника, сибирского кедра и экстракта каменной березы, ну и плюс витамин С. Могу сказать, что вообще в целом мне продукт на первоначальном использовании понравился. Он достаточно жидкий, приятно пахнет, с легкой ноткой цитруса. Хорошо можно с ним сделать массаж любого рода, как какой-то аппаратный массаж. Также можно его сделать ручками. Мне вообще понравился. Здесь его объем 300 мл. Заказывала это все онлайн. Пришло мне достаточно быстро, было упаковано все хорошо. Мне понравилось. Помпа-дозатор тоже хорошая. Расход у него, правда, идет неэкономичный. Здесь у меня за три раза использования, собственно говоря, произошел вот такой вот хорошенький расход. Но мне, еще раз повторюсь, эта маслица понравилась. Смело вам могу его порекомендовать, попробовать. Ну и в дальнейшем, конечно же, сработало оно именно на тему антицеллюлитного эффекта, получилось или нет, я, конечно же, вам уже расскажу чуть-чуть позже. Если вы хотите, чтобы я сняла еще раз как-то уход, либо еще что-то в уходе за собой, за телом, тоже, конечно же, дайте знать в комментариях. Следующий продукт, который меня вообще поразил. Вот знаете, вот как бы я отношусь к тому типу людей, не то чтобы я жадная и какая-то супер-пупер экономная, я, наверное, просто тот человек, у которого есть определенные статьи затрат, на которые я думаю, что не стоит тратить свой бюджет, но вот это средство я ужасно хотела попробовать. Во-первых, лишь только потому, что производитель очень красиво его преподнес в описании продукта. Я сейчас говорю вам о скрабе для тела. Это идет разогревающий тоже скраб для тела. Он идет у нас для похудения. Обзор я на него уже делала в своем инстаграм, конечно же. Ссылочку на свой инстаграм оставлю, как называется моя страничка. Ну и, конечно же, там был видеообзор на этот продукт. Могу сказать, этот продукт меня просто поразил, во-первых, своим ароматом. Это реально перетертые ягоды с сахаром и солью, с легкой ноткой ванили, замечательно разогревает, деликатно просто отшелушивает тело. Мне понравился именно эффект легкого, понимаете, это было не жжение, а легкого тепла такого, которое оно потихонечку, температура накаляется, но нет какого-то критичного жжения. Очень классный скраб, здесь у нас активные компоненты идут: медвежья ягода, конерский перец, вулканическая голубика и черная бамбуковая соль. Вот очень-очень вкусно пахнет ягодками, прям ягодки сами даже попадаются. Смело тоже могу вам его порекомендовать, я им пользовалась уже, наверное, раза 4. Расход у него, в принципе, идет экономично. Сейчас я вам покажу за 4 раза, сколько я израсходовала. Могу сказать, что это, в принципе, очень даже неплохой расход для такого скраба. И здесь его объем всего 180 мл, но упаковочка, конечно, дизайн это отдельное.
Следующие продукты, которые уже были когда-то фаворитами в уходе за собой в процессе похудения и убрания лишних объемов, я сейчас говорю о белорусском производителе Belita Vitex, это их серия баня-сауна, крем-массажный, антицеллюлитный, кофеин, экстракт морских водорослей, эфирные масла. Вот этот, знаете, горячая штучка для таких, знаете, сильных духов, потому что когда, к примеру, вы делаете какой-то комплекс в уходе за собой и закрепляете это вот этим вот средством и делаете основательную маску, либо как-то им просто делаете массаж, либо делаете обертывание, вот он реально разогревает, прям хорошо разогревает, подогреет вас замечательно, его нужно наносить всего на 20 минут. У него достаточно такой специфический аромат, но я могу сказать то, что этот аромат, он ненавязчивый, он, от него не болит голова, у вас не будет никаких рвотных позывов. Мне всецело понравился данный продукт, и что греха таить, когда я занималась танцами, ходила на тренировки, у нас все девочки, все тридера, и мы в том числе, мы были просто в восторге от этого, собственно говоря, крема. Он творил какие-то невероятные чудеса с телом, за короткое время можно было сбросить хорошие сантиметры в объемах, могу смело вам его порекомендовать. Следующее средство, которое для меня на самом деле это новиночка, это у нас идет от бренда Floresan, и здесь идет гель-маска для похудения, ледяное обвертывание. Вот это, знаете, продукт, которым я пользовалась уже пару раз, и могу сказать вам одно. У него идет обычно специфический аромат именно марки Floresan, хорошая упаковка, которая хорошая защелка, и знаете, вот его тоже нужно наносить на 20 минут. Я ожидала от него, что я прям замерзну, что у меня будет, знаете, эффект, кто пробовал бренд Green Mama, там у него есть двухступенчатая система похудения, я даже делала обзор на данный комплекс. Вот там было прям вух, там прям замерзаешь, там прям чувствуешь, как ты прям, как будто тебя в сугроб опустили. Здесь же получается очень такое мягкое ощущение холодка, и оно меняется, то холодно тебе становится, то тебе становится жарко. Вот эти вот постоянные приливы и отливы, они достаточно такие вот некритичные и очень даже, могу сказать, приятные. Мне понравилось, и с удовольствием могу посоветовать вам. Следующее, что я хочу показать, это, знаете, то, что я еще не попробовала, но обязательно попробую в ближайшее будущее и, конечно же, с вами поделюсь мнением. Тем более, пляжный сезон не за горами. Первое, что я хочу вам показать, это антицеллюлитная термомаска для тела против выраженного целлюлита. Здесь аж его идет 450 грамм, по-моему. А нет, даже 500 миллилитров здесь идет. И здесь у нас на основе жгут корни, манье, дальневосточные камфоры, эфирного масла бессмертника и комплекс Slim Fit. Могу сказать одно. Вот сейчас открою и прям держите меня. Очень специфический запах. Это обычный такой кремушек, который нужно наносить маской, делать с ним какое-то обвертывание. Я его еще не пробовала, но запах у него прям термоядерный. Здесь его тоже нужно, по-моему, наносить на 20 минут. Да, на 20 минут его наносим, а потом тщательно смываем. Как попробую, обязательно, конечно, расскажу. Просто, девчонки, реально, сейчас пока начинаю вот это вот этим пользоваться для того, чтобы действительно увидеть эффект. И чуть-чуть попозже я займусь именно пользованием этим. Так что немножко подождите, и я вам расскажу, конечно, если интересно именно мнение о данном продукте. Но вот заявление от производителя здесь, конечно же, меня подкупили. Ну и бомба, наверное, то, что меня вообще удивило, то, что я вообще не ожидала, я заказала себе соль для ванн, тоже бренда сибирская, это было Сибирское здоровье, и это тоже, точнее, Натура Сибирика, да, это Натура Сибирика, а это тоже идет у нас Натура Сибирика, вот из их этой антицеллюлитной серии, это у нас идет соль для ванн, кедровая бочка. Я ожидала, что будет пахнуть елочками, шишечками, чем-то ментоловым, чем-то таким, но здесь вы не представляете, во-первых, что это, я вам, конечно, все поближе покажу, что это такое, это огромные, знаете, такие куски соли, которые пахнут неимоверно вкусным, чем-то таким ванильным, кремовым, сливочным и очень приятным. Тут производитель говорит то, что нужно наносить это все в ванну, делать дозированно, но я предполагаю, что если, к примеру, высыпать это все, как многие другие бренды разрешают полкилограмма соли высыпать на ванну, здесь такого, конечно же, нет, потому что, мне кажется,
Если высыпать это все, то будет пахнуть, наверное, прям очень сильно. Здесь опять написано то, что данная антицеллюлитная, это идет у нас антицеллюлитная соль для ванн, и написано, что на основе сибирской соли рапа и эфирного масла сахалинского кедра. Но если так пахнет сахалинский кедр, ребят, пришлите мне орех. Вот кто живет на Сахалине и у кого вот эти кедровые орешки, пришлите мне, пожалуйста, мешок кедровых орешек. Я жутко захотела. Неимоверно вкусно пахнет. И если вы тоже поклонница соли, вы любите делать ванны с солью, я вам рекомендую попробовать эту ванну лишь только потому, что она дико вкусно пахнет. Это определенный релакс, и вся квартира будет благоухать вот этим вот сливочным, чем-то вкусным, ванильным. Это просто что-то с чем-то. Я дико осталась довольна то, что я себе прикупила. Так что вот так. Вот это все были покупки, которые я хотела вам сегодня показать. Если же вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Поддержите меня пальчиком вверх, мне, конечно же, это будет дико приятно. И если вы на меня подписаны, но вам по какой-то причине не приходит уведомление о том, что у меня вышло новое видео, не забывайте кликать на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит у меня на канале. Конечно же, я вас буду рада видеть у себя на Instagram-страничке, там я тоже с вами делюсь своими какими-то распаковками и... Последнее время я там была более активна, чем здесь, так что, если вам интересно, конечно же, подписывайтесь на мой Инстаграм, на мою группу ВКонтакте, все ссылки вы увидите на главной странице моего YouTube-канала, ну или, конечно же, оставлю ссылки в инфобоксе. Всех люблю, целую, и да, все продукты абсолютно, которые у меня сегодня были представлены в видео, я постараюсь вам сделать ссылки под этим видео, или хотя бы как они называются. Всех люблю, целую, большое спасибо, что вы со мной, большое спасибо, что вы подписываетесь, поддерживаете меня, берегите себя и своих близких, с вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.